Добро пожаловать на просмотр видео. Появилась новая информация по обновлению Motor Depot. Боже, как же давно я этого не говорил. Разработчик в своей группе выложил 3 скриншота из грядущего обновления. Не буду томить, вот первый скрин. На нем запечатлен новый участок дороги с местом для разворота, на котором мы видим множество новинок из автопарка. Одна из которых это Deo Nexia. Да, иностранные автомобили теперь и в Motor Depot. Чуть дальше виднеется ВАЗ-2112 хэтчбэк. Его тоже давно все просили. Ну а если мы посмотрим еще дальше, мы увидим новый автобус, а точнее УАЗ-4202. Также, когда я глянул на этот знак, мне показалось, что как-то изменилась графика. Первым скриншотом в принципе все, переходим ко второму. Ну а это то самое место, про которое я говорил полгода назад, а точнее строительная площадка. На ней мы видим Чеха, а именно самосвал на базе Татры. Я очень рад ее появлению. А совсем рядом стоит, казалось бы, обычный седельник МАЗ. А нифига, он трехосный. Смею предположить, что у седельников теперь можно менять количество осей. Не, ну не у всех, понятно, вот вы способны представить трехосную каухиду? Никто не может. А теперь внимание на полуприцеп, а кон же самосвальный. Да, новым прицепом быть. Кстати, посмотрев на текстуру кузова, мне снова показалось, что графика изменилась. Что, думали все? Не, еще новая Лада, а точнее ВАЗ-2111 стоит тут впереди всех. Еще из-за этого МАЗа появился вопрос, а это трафик что ли? То есть в трафике теперь фуры есть, или же он для антуража тут поставлен. А вы не поняли, что это новый МАЗ, что ли? Вы чё, тут не было 504-го МАЗа? То есть на скриншоте одни новинки. Еще куда-то Т-150 делся. Ну, МБ переставили или удалили отсюда. А может, это намек на то, что это не просто декорация, а теперь такая же рабочая машина? Ну, вот и увидим. А теперь последний скриншот на сегодня. Тут нам показан новый мост. Ну, по нему, конечно, не скажешь. Но что новый на карте, это точно. Из автомобильных новинок тут только Волга. Если точнее, ГАЗ-2402. Еще меня смутило, что он шпарит по встречке. Но это при условии, если на мосту не одностороннее движение. Если же все-таки это встречка, то я думаю, можно предположить, что трафик теперь может нас обгонять. Но это лишь мое предположение. Ну и на этом все. Думаю, в лучшем варианте 31-го можно ждать обновленный Motor Depot в Play Market. Ссылка на группу разработчика и игру уже в описании. Встретимся в следующем видео или на стриме.